приземляемся в Хьюстоне. Здесь дринки, еда, можно даже поиграть. Вот наш гейт C-Tourist X. Отсюда мы будем вылетать уже в Сан-Антонио. Сейчас будем получать багаж, арендовать машину и ехать в свою гостиницу. В Техас, город Сан-Антонио, в Motel 6, отель называется, вот 220 номер, вот здесь вот так она выглядит, и в принципе все стандартно выглядят, вот две кровати, раз, два, там душевая, просторная такая комната, здесь маленький телевизор. Район даунтаун. Зашли в местный торговый центр. Похож больше какой-то на какой-то амбар зерновой. О, местная шляпа вон, мексиканская. Маленькие гитарки здесь. Местные сувенирчики, вот смотрите, шляпы здесь. О. О. Здорово. Well, how much that like yeah. I just want to know the prices. For example, this one. How much? Ah, you. Quanto vale este? $19.99. Oh, this is with the vent. Yeah, but. Okay, thank you, ma'am. Решили пойти в местный ресторан под названием Микиера. Считается одним из здесь популярных мест мексиканской кухни. А вот он я. Всем привет! Митьера. Кто любит десерты, здесь просто рай десерт. Огромное разнообразие. Мы, наверное, попробуем что-нибудь. I mean, because normally we have a little everything: Japanese, Argentine, Colombians, China, like everything from all around the world. So Russian people, it's like too many here, right? Or not? I already saw a couple like Russian people here, like. Oh. So this is a mirror. Just getting started right here is gonna come in a couple of artists. We said the Fernandez singer. We're gonna have Santana. We're gonna have He's on the live now? No, he's still. So in this side over here, we're gonna have this mirror. Uh-huh. It's gonna be called American Dream. And the gentleman Pedro Cortez, he passed away in like in the 94, I think, so 85, around that place. But then we have the ofrenda, we call it like that in Mexico, ofrenda. It's for the people that pass away. Do you know Carolina, right? The hostess. She's hostess? Yeah. She's Mexican? Yeah, she's Mexican. She's working for a long time here, or? She just started like 2 months ago, I think, so. She has a boyfriend? That I know, yeah.
Yeah, because she keeps talking about him all the time. Yeah? Yeah, she keeps talking about him all the time. Like, you Не выгорает. Просто ради этого стоит. И мое блюдо. Чикен кассадия называется. Вот это гвакамоле, это авокадо. Здесь сметанка и вот помидорки. Ну, здесь вот курочка внутри. И вот такое еще блюдо. Техас. Вот здесь вот такая католическая церковь в готическом стиле. Смотрите, здесь памятники индейцам. Вот здесь такая маленькая Венеция, Сан-Антонио. Так вот туристы катаются на таких вот баржах. Наверное, не знаю, как их назвать. Вообще, что мы заметили и в Сан-Антонио, здесь намного проще люди. Полицейские достаточно вежливые. То есть один раз мы ехали вчера без света ночью, и полицейский сзади нас остановил на машине с мигалками. И просто подошел, сказал, то, что у вас не горит свет. Мы сказали, ой, извиняемся. То есть машина арендованная, поэтому не знали, как это сделать. Он сказал, что нет проблем, вот так и так нам помог, показал, как включить. Потом сегодня мы делали фотографии там на фоне индейцев, и полицейский подсказал, как лучше мне встать, чтобы сделать хорошее фото. Okay. Купили билетики сейчас вот на вот эту парку за $12, 35 минут сейчас поплаваем. Good job. Thank you. The average depth of the river is only 4 feet. So for some strange reason, if you find yourself inside this river, I think most of us can calmly stand up and just walk out, right? And I know it's tough to believe this with all the attractions, the hotels, but you're honestly floating. Garden.
такие здесь интересные каменные сооружения. Прогуливаемся по парку, по местному. Очень красивый парк, но жарковато, конечно. Я думаю, больше 30 градусов. Солнце печет. For two people, two. Это называется Банч Америкас. Это самая высокая точность. I'll be right back. San Antonio. Built in 1968 as the centerpiece for the World's Fair, Tower of the Americas stands 750 feet of... Обозначение цветов техасского флага. Так, мы продолжаем съемку в городе Сан-Антонио, штат Техас. Мы находимся сегодня в исторической части города. Здесь была борьба за техасскую независимость между мексиканскими и техасскими войсками, и в конечном итоге техасские войска взяли вверх. Название этой крепости, к которой мы идем, называется Алама, то есть битва за независимость ассоциируется с этой крепостью. Это очень значимое здание во всей недолгой истории американской. Вот он я. Сейчас утро. 11 часов. На улице, наверное, градусов 30 где-то. Но пока еще не так сильно жарко. Ножички. Алама. Цены, к сожалению, тут нету. А, вот, 15 долларов. Ну, здесь много всего интересного, конечно.
this is a half pound. So what does this tool do? So this is called a worm. And then the sponge. These would be on the same pole on opposite ends. Yeah. Every time you fire the weapon, you gotta clean it. So this that is used to pull the debris out of the barrel. So you screw it in. Right, pull it out. And then you flip the pole over, dip that into a bucket of water, drive that in to cool the gun down for one, but put out any embers that might still be inside. Okay. Нифига себе, оно длинное. Смотрите, какое длинное ружье. Капец. Вот такими оружиями здесь раньше воевали. Револьвер. Это, видимо, для пушки. Вот здесь такой мини-музей. Мини-музей вещей тех времен. Это вообще похоже на французскую армию. Ружье. Разные снаряды. Здесь у нас еще оружие. Это получается щит. Здесь у нас холодное оружие. Это у нас сабля тех времен, а это вот на ботинке ставилось. Здесь проходит в течение года до 2,5 миллиона человек. Долго было, сколько приехали? Книжки всякая, вот эта тема, видишь, стоит колодцы. Вот в этом здании, в крепости Алама. Мои впечатления об этом историческом месте. Так, я, если честно, ничего особо не почувствовал, какой-то энергетики, какой-то реальной истории, так как это достаточно молодая, в принципе, достопримечательность с 18 века, то есть чуть больше 200 лет. И не знаю, я прошел, зашел и вышел, то есть, не знаю. То есть вот когда я был, например, в Израиле, в храме Христа Спасителя, то там, конечно, я ощущал совсем другие ощущения. Ну, за независимость Техаса, это достопримечательность. Ну, в принципе, то, что я здесь побывал, но на один раз. То есть можно сходить один раз и посмотреть, полюбоваться. Вот эти вот самокаты электрические, мы здесь на каждом теле.